Из-за того, что процесс получения кредитов стал более доступен для населения, а также из-за популярности микрокредитов, у службы судебных приставов прибавилась работа. Только за полгода 2019-го они взыскали с населения больше 300 миллионов рублей. Большая часть должников – физические лица. На рассмотрении в службе судебных приставов 23 тысячи исполнительных производств по кредитам. На каждом в среднем около 100 тысяч рублей долга. К должникам традиционно применяют весь комплекс мер от ареста имущества и счетов до запрета выезда за территорию Российской Федерации. В первую очередь приставы забирают то, что находится в залоге под кредит. Есть должники особо упрямые, которые не желают расставаться, в том числе с имуществом, которое принадлежит им только номинально. Один из должников долгое время скрывал автотранспортное средство, которое находилось в залоге у банка. В ходе розыска он был установлен, машина была изъята у должника. Данная машина будет на торгах реализована. Часть денег пойдет в погашение задолженности, оставшуюся часть придется должнику платить уже из своих личных средств.